По городу с оружием. Грубое нарушение правил его хранения привело к тому, что с начала года потеряно уже 7 стволов. Чаще всего оружие теряют охотники. В полиции рассказывают, что в августе в отдел МВД обратились несколько человек. Они пояснили, дробовики пропали при переправе через реку. Лодка перевернулась, и весь арсенал, который находился в ней, пошел ко дну. Такие истории проверить невозможно. Иногда пропавшее оружие всплывает во время совершения преступлений. Тогда уголовная ответственность грозит не только нарушителю, но и бывшему владельцу. Кроме того, с начала года потеряны 3 пистолета самообороны с патронами. Тем, кто нашел опасные предметы, нужно обращаться в дежурную часть полиции. Найденное оружие запрещено хранить дома, оно незамедлительно должно быть сдано в органы внутренних дел, иначе гражданин будет привлечен либо к административной, либо к уголовной ответственности. За нарушение правил хранения оружия предусмотрена также и административная ответственность. На сегодняшний день в административный кодекс внесены более серьезные меры наказания, такие как лишение права быть владельцем оружия на срок до года. То есть ранее, если мы применяли только штрафные санкции, то на сегодняшний день человек лишь теряет право хранить, носить другое имеющееся у него оружие.